У Сочи двойная нагрузка. И гости курорта, и гости чемпионата мира по футболу. Но жилищно-коммунальные и дорожные службы не должны подвести, отметил глава города. Сочи, не раз уже встречавший гостей из-за рубежа, справляется даже в очень сложных ситуациях. Особое внимание к зонам гостеприимства. Разработана схема дислокации контейнеров на площадках и оптимизирована работа по вывозу твердых коммунальных отходов. На контейнерные площадки мусоровозы приезжают два раза днем и два раза ночью. А где есть такая необходимость, мусор вывозят и 8 раз в сутки. В Адлере 220 контейнеров заменили на новые. Большое внимание к муниципальным дорогам. Речь идет, в частности, о санитарной уборке, покосе травы и поливе зеленых насаждений. Кроме того, вдоль трасс восстановлена декоративная подсветка. Где необходимо, обновлена дорожная разметка. Власти Сочи просят жителей и гостей курорта в дни проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного. Он будет переведен на усиленный режим работы. Также администрация Сочи рекомендует руководителям организации всех форм собственности объявить выходными дни проведения матчей 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля. Это позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Речь на планерном совещании шла и о пляжных территориях. Они все взяты в аренду, и к их арендаторам жесткие требования. С теми, кто не выполнил обязательства и не подготовил береговую полосу к купальному сезону, договор аренды расторгнут досрочно, через суд. Редактор